готовятся к старту двух общественных проектов – молодежному форуму «Иволга» и фестивалю «Форм-арт». В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой форум «Иволга» в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. Ключевые направления виртуальных смен – «Наша победа», «Мой бизнес», «Наука и цифровые технологии» и «Территория для жизни». Грантовый фонд окружного конкурса проектов в этом году составит более 10 миллионов рублей. Фестиваль «Стрит-арт» формат «Арт» направлен на развитие уличного искусства. В рамках проекта в регионах округа появятся рисунки, граффити, раскрывающие борьбу общества с коронавирусом. Вклад медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения. Участники должны отправить заявки с работами на сайт проекта formartpfo.ru до 7 августа.